Здравствуйте, сэр. Меня зовут Джон Фрэнсис Уокер. Колбу с нитроглицерином пришлось вести отдельно. Дорогоухабистое азотистое соединение, сами знаете. Я хотел поставить двигатель на перекиси водорода. Его пробовали устанавливать на ракетных поясах, но там были неполадки с маневренностью и продолжительностью полета. Реактивный ранец, как видите. Ты сам его сделал? Так сам? Или не сам? Ты его сделал сам? Да. Зачем? Наверное, устал ждать, что кто-то смастерит его за меня. А он работает? Работает, да. Но только он не до конца... летает. Пока не заработал, он бесполезен. Спасибо, мистер Рокер. Я его доработаю! Я вам верю.